Дежурная часть – это визитная карточка органов внутренних дел. Именно сюда в круглосуточном режиме стекается информация о происшествиях, преступлениях и правонарушениях. Заявление сообщения о преступлении может быть подано как в устной, так и в письменной форме. При этом письменное заявление в обязательном порядке должно быть подписано заявителем, ведь анонимка не может быть поводом для возбуждения уголовного дела. Заявитель обязательно предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ежедневно оперативные дежурные принимают десятки сообщений о преступлениях и правонарушениях. Задача дежурного – собрать максимально полный объем данных. Чтобы оперативно оказать помощь заявителю, сотрудник обязан задать ряд вопросов, после чего сообщение регистрируется в специальном реестре, где ему присваивается уникальный номер, а также фиксируется время обращения и данные заявителя. Сотрудник полиции, принявший заявление, обязан выдать заявителю талон уведомления, в котором указаны его данные, номер, присвоенный заявлению согласно его регистрации в книге учета сообщений о преступлениях и правонарушениях, наименование территориального органа с указанием адреса и служебного номера телефона, а также датой и временем регистрации. Далее начинается многоэтапная работа по разрешению сигнала. Решение по заявлению и сообщению о преступлении должно быть принято не позднее 3 суток со дня подачи указанного заявления. В исключительных случаях, установленных законом, срок этот может быть продлен по решению руководителя. По результатам рассмотрения заявления сообщения о преступлении принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе возбуждения уголовного дела, а также о передаче материалов по подследственности либо в суд. При этом заявителю разъясняется право на обжалование и порядок обжалования принятого решения. Сообщить о преступлении либо правонарушении жители Прокопьевского района могут круглосуточно по телефону дежурной части 69 17 57 либо 02. Подать заявление можно и при личном визите в отдел МВД России по Прокопьевскому району по адресу город Прокопьевск, улица Гайдара, 50А.